преподаватель, выпускник академии. Устройство электростатического барьера воздушной и воздушно-капельной инфекции. Название столь грозное, что с первого раза и не поймешь, о чем идет речь. Но одесские инженеры тут же поясняют, по факту этот прибор защищает человека от любых вирусов, которые могут находиться в помещении. Принцип его работы прост. Человек при общении, хотите вы этого или нет, он, вот как раньше проверяли, живой человек или нет, да, поднес зеркальце, и оно запотевает. То есть всегда выделяется какая-то влажность повышенная. Да, в этой влажности всегда есть микроорганизмы. Вот при разговоре, где-то вот как вот доказано, да, метр-полтора, может проследовать инфекция в этой аэрозольном состоянии в этом, да? На данном случае этот прибор располагается как бы крестом, можно так, да? То есть препятствует, почему он называется барьер, потому что через него вот эта аэрозольная частичка, она просто пройти не может. То есть он ее моментально сразу попадает в зону действия излучателя, приобретает отрицательный потенциал и притягивается к удерживателю. На создание воздушного барьера инженера вдохновило изобретение люстры Чижевского. Она ионизирует воздух и насыщает кислородом помещение. Современное же изобретение объединило два качества. Оно и улучшает, и защищает воздух. Сейчас мы продемонстрируем работу данной полезной модели на принципе небулайзера. То есть мы с помощью небулайзера будем делать пар, эффект пара, скажем так, ну, газ. Вот. И будет визуально видно, как мелкие частицы у нас прилипают к улавливателю. Включаем небулайзер и наблюдаем, как мелкие частички газа у нас направляются в сторону улавливателя. Сейчас можем отключить прибор и увидим, что не будет направления уже мелких частиц. Ну вот я его сейчас отключаю. И они уже уходят. Да. И они начинают движется дальше за барьер. То есть видно, что проходит дальше. В магазинах техники уже давно можно купить очистители воздуха. Но, как говорят разработчики, они минимально, но наносят вред человеку вредными веществами. Преимущество данного устройства – безвредность, возможность увеличивать зону действия прибора и минимальное потребление энергии. Работать устройство может даже от напряжения 12 вольт. Использоваться в консультационных кабинетах, в приемных, в аптеках, там, где приходят больные и через окошко общаются с фармацевтом. То есть можно защитить сотрудников данных организаций от заражения воздушно-капельным путем при общении с больными. Оно масштабируется, как Женя уже говорил, что это можно вставить и в проход дверной, да, в коридоре. Доверяй, но проверяй, мы решили сами протестировать данное устройство, так называемый инфекционный барьер. Мы имитируем, что вот летят частички вируса, и они вот, да, я вижу, как прилипают к этому улавливателю. Себестоимость такого устройства 3-4 тысячи гривен. Некоторые детали изобретатели собирали собственноручно. В планах у одесских инженеров запустить массовое производство и найти финансовую поддержку, благодаря которой устройство достигнет предела совершенства. Если все пойдет успешно, изобретение обещают сертифицировать. Светлана Тавжук, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». В первую очередь это очистка воздуха. Вот та же самая.